Из-под обстрела выход прост. Залечь пониже у реки. Но мы шагали во весь рост, ведь нам нельзя, мы штрафники. Досаду с болью пополам сполна нам жизнь дала и спить. И шли по минным, по полям, чтоб кровью правду искупить. А трассеров пунктирный след жестоко полоснул в упор. И головой седой в рассвет уткнулся рядовой майор. И сжав до боли автомат, от крови будто в стельку пьян, фашистов молча бил солдат. В недавнем прошлом капитан, и вновь нам нет пути назад. И я как будто снова там, где врос по пояс мой штрафбат. В Шерпенский огненный плацдарм. Как много лет прошло с тех пор, когда затих последний бой. Война, исполнив приговор, ушла, забрав ребят с собой. Им не подать теперь руки. Они ушли сквозь едкий дым. Вы нас простите, мужики. Для меня, как для военного человека, этот праздник большое значение имеет. Потому что в те страшные годы произошла большая трагедия. Погибли миллионы и миллионы людей. Матери остались без сыновей, дети остались без отцов. Поэтому мы традиционно приезжаем на Шахпятский плацдарм для того, чтобы почтить память всем погибшим в той войне, страшной войне. И поблагодарить всех, кто еще живой. Наших ветеранов не так мало осталось, поэтому мы обязаны просто чтить этот праздник и делать все возможное, чтобы не допустить такой трагедии больше никогда в жизни. Есть у сербатуари, într-adevăr, mare și valoroasă, pentru că ziua de azi și sărbătoarea de azi face parte din istoria țării noastre și este regretabil că în zilele de azi o astfel de sărbătoare încă mai dezbină societatea, dar iată modul în care partidul nostru organizează și celebrează 9 mai. Dimpotrivă, consolidează oamenii și din an în an este a patra oară când serbăm 9 mai prin marșul automobilistic la Șerpeni. Sunt din ce în ce mai mulți oameni și oameni diferiți, de toate naționalitățile. Este și meritul lui Renato Usată, un om care știe să adune oamenii, știe să consolideze și o sărbătoare ca asta numai decât trebuie să ne unească. Давно Днестровская вода жестокой драки смыла след, и только скорбная плита, как память прошлых тяжких лет. На ней нет званий, нет имен, лишь вбитых строчек ровный ряд. Стоял здесь насмерть батальон, простой тринадцатый штрафбат. И вновь им нет пути назад. И я как будто снова там, где врос по пояс мой штрафбат. В Шерпенский огненный плацдарм. Пути назад, но я как будто снова там, где смертью храбрых лег штрафбат. В
Шербенский огненный плацдарм, где офицерский лег штрафбат. В Шербенский огненный плацдарм,